Всем привет! Вы на канале «Вкусный уголок». Сегодня испечем простой и очень вкусный пирог. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Берем емкость, вбиваем в нее 3 яйца, 200 грамм сметаны, у меня 15%, 200 грамм майонеза, сюда же чайную ложку соли, чайную ложку сахара, и все это хорошо перемешиваем. Взбивать ничего не нужно, просто все хорошо перемешали, и этого достаточно. Теперь сюда добавляем 3 столовые ложки манки с горкой. Перемешиваем. И оставляем минут на 15-20, чтобы манка немного набухла. После этого понемногу добавляем муку, чайную ложку разрыхлителя с горкой и замешиваем тесто. Вот посмотрите, примерно вот такое тесто средней густоты у вас должно получиться. У меня сюда ушло 150 грамм муки, но у вас может уйти немного меньше, либо больше. Это зависит от величины яиц. Далее берем форму. У меня вот такая разъемная диаметром 22 сантиметра. Дно я устелила пергаментной бумагой, а бока смазала немного растительным маслом. Выкладываем сюда примерно половину теста. Распределяем. Сверху выкладываем начинку, она может быть абсолютно любая. У меня сегодня капуста, которую я делала летом, видите? Но вы можете взять абсолютно любую начинку, какая вам нравится. Это может быть рыба консервированная, какое-то обжаренное мясо, в общем, то, что вы любите. Я эту капусту откинула на сито и теперь выкладываю сверху на тесто. Мне на этот пирог потребовалась 1 пол-литровая банка капусты. Сверху выкладываем оставшееся тесто, равномерно распределяя. Я хочу сверху еще присыпать кунжутом, у меня черный, но это по желанию. Все, ставим в заранее разогретую духовку до 180 градусов, примерно минут на 40. Ну а там уже смотрите по своей духовке. Мой пирог уже испекся, и теперь я оставлю его полностью остыть. Мой пирог еще слегка теплый, но я его хочу уже разрезать и показать вам. Вот посмотрите, какой он красивый в середине. Для его приготовления нужно минимальное количество продуктов, и с ним справится даже неопытный кулинар. Попробуйте испечь и вы. Ну и, конечно, если вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!